Вы узнаете о нас здесь все. Что почем и кто чего прочел. Из чего тут каждый состоит? Это мозги Дари, это дневники мозги. Да. Вы узнаете о каждом из нас очень близко. Мы отправимся с вами за кулисы. Вы увидите, какие на концерты ходят чиксы. Заполить имеет смысл. Наш человек разных возрастов. Каждый из нас порвать сцену готов. Да хули тут пиздец? Сам возьми и посмотри. Это мозги Дари. Это дневники мозги. У нас начинается плотная подготовка к M1 Music Awards. Мы готовимся каждый день. Пойдем посмотрим на нашу репетицию, как все проходит, собственно. Так, типа, репа не будет, что ли? Пацан. А там вместо пазика. Ты вместо пазика. Да, я в центре начинаю, да? Вообще, блядь, ничего не знаю. Сейчас позитив, позитив! Давай, когда ты будешь учить, Леша? Ну, ну хоть на одну, братан, хоть на одну репу приди. Пожалуйста. Я тебя умоляю. Я тебя Мы прошу. Тебя умоляем. Все артисты готовятся к M1 Music Awards. Стоят на сцене, поставлены постановки, прописаны бэклайны, камеры. Настя репетирует, например, ползает по сцене, сейчас уже набила себе синяк, две репетиции. У нас за три дня до репетиции только три человека, самых ответственных. Именно поэтому они такие красивые и богатые. Mm-hmm. А я? И прибился. Смотри. Раз, два, три, это мы. Да, вот я это я мы. Понял, вот это Русик и Эдик. Вот это Бескровный, вот это два трубача, это барабанщик, это гитарист. Смотри, наша схема все время, мы на этом кругу стоим. И все, что мы делаем втроем до момента барабанов, для танцев, потому что пацаны спускаются на танцах, идут вниз, а мы уходим на их место, по дороге берем пятерочки. Это тебе, чтобы было понятно. А теперь давайте попробуем сделать. Дамы и господа, поезд души отправляется с первого пути. Мир музыки, мир музыки. Для кого-то покажется в новинку наш блестящий облик. Но ребята есть некоторые постарше, например, Позитив. Я с ним таким познакомился на крокодилевой фирме. Вот он тогда занимался продажей несколько других вещей, я бы так назвал бы их. Да, это стиль наш, old school. Сегодня мы исполняем новую версию. Завтра, то есть мы исполняем, а может и сегодня. Сегодня и завтра мы исполняем новую версию. МЗГ, полюбэ, фанкиши. Русик, слышишь, а я не хочу тебя расстраивать, но у тебя на спине что-то. Что, в смысле? Ну, нормально, да, нормально, иди. Пойдем. А я танцевальный прокурор. Как тебе? О, наконец-то! А такой будешь бить татуировку, да? Чуваки, может вы какую-то просто смажете чем-то? Нет, есть же, да. Очко можно смазать чем-то. Есть какую-то... Как колой, да. Хоть, да, погнали. Да, это нереально. Просто вправо идем. Вот это делать. А в лесу бабалика, в хабадском дыму, вижу пьяные страшные розы. Ну зачем я пришел, не пойму. Эх, тоска на тоске все равно под тебе глов. Это не то шоу, да? Шансон 2007. Добрый вечер. Я понял правильно. Сегодня мы находимся на вручении премии «Песня 79». И перед нами непростая задача создать, ну, узнать, как это будет в будущем, что будет происходить. Будет ли у нас цветное телевидение или черно-белое? Вот, неизвестно. Время покажет. Последняя провала. Девочки, ушейте мне штаны. Я их подловил, блять, на коленях. Та-та-та, шо буде, то буде. Була не була. Шо буде, то буде.
оголённи тела. Ах! У нас гениальный РПТ перед гениальный прогон перед завтрашним концертом на премиум 1. Все красиво, все как всегда, все как моя жизнь. Не, стоите нормально, только как-то. Это Мозгидари! Снимаешь опять пургу свою, да, вот эту? Он меня просто быстро. Порываешься. Я вроде опоздал, но не опоздал, я сэкономил время на укладке просто. Приехал, и как бы раз-два, я уже в строю. Как вы? Это мой друг Андрей. Во, настроение! Во! Андрюха, для Мозгидари что-нибудь, какой-то привет. Всем привет, меня зовут Потапчик. Подписывайтесь на мой канал. Не потерял возможность прорекламироваться, да? Молодец. Ты же не смотришь Мозгидари? Там все-таки такие крепкие слова. А? Смотришь? И ты видишь все, что мы творим, вот так вот ты смотришь? Да. Это ужас, Андрей, я тебе не запрещаю. Не надо смотреть Мозгидари. Не надо, взрослые дяди заставили. Я запрещаю тебе. Смотрите Потапчик влог, подписывайтесь. Да, лучше смотрите Потапчик влог, чем... А лучше? Ну погоди! Тихо, тихо. О! Сказка, ничего ты не понимаешь нет. В моде вообще. Ты не шаришь вообще, малая. Ты вообще не шаришь. Смотри, вот, а так? А на эту сторону? А? Ладно, вы ничего не понимаете, я трендсеттер, я сам ввожу новые тенденции. Я не хочу следовать веяние моды, я сам. У меня такое веяние, такое вьюхало. Ну, только не говорите, что билеты вышли из моды, я их ввожу обратно. You like it, baby? Yeah, superstars in the house. Superstars in the house. Самое главное в этом всем еще успеть получить удовольствие. Тебя касается в первую очередь кайфануть от всего того, что происходит. Вообще всем желаю сегодня классного вечера. Вы потрясающие. У нас здесь атмосфера. Там по гримеркам сидят скучные, одинокие, несчастные, не понимающие, что делать, не знающие, для кого они поют и зачем они на сцене артисты, если их так можно назвать. А здесь классные, охрененные, красивые, великолепные, фантастические женщины. Подарите свою красоту всему миру. Они тащатся, другие смотрят на вас и как в зеркале видят себя в своей душе. Вы клевые, кайфаните сегодня по полной программе. Ура! Thank you very much. По-французски надо сказать. Au revoir. Хорошая надпись, Русик. Русик, а ты на дорожку вообще идешь или куда? Да, у меня своя цензурная дорожка будет. Дорожка без цензуры. Эй, хуй! Давайте ему что-то напишем. Песней. А я люблю, когда женщина подсматривается. Я люблю такое. Мы будем выступать сегодня с новой песней. Это песня «Первая ласточка» нашего нового поэточного яркого альбома. Вот, посвящается она всем геям-наркоманам. Мы перед этим помолились. Мы все вместе собираемся. Мы когда одеваемся, перед тем, как одеться, мы голенькие обнимаемся все. Вот молимся и говорим такие вещи. Да, понимаем по поездочке и идем. А говорим мы такие вещи. Дай Бог нам выдержать этот шоу-бизнес. Эти прекрасные. Ты прощен, и я прощен. На самом богу там не очень. Не обошлось у нас Буратино, я сейчас как прорублю разор. Итак, дамы и господа, представляю вам лучшее детище время и символ. Прошу обратить ваше внимание, то, что мы вдвоем белые вообще люди. Втроем. Вадик, у тебя белее, чем мои носки. Короче, это все лохи. Леха, это спит, все лохи. Он моет самопеливатели, блядь. Непонятных кровей. Я английских. Короче, есть такая... Английских кровей. Самая белая кожа. Ребятушки, ну пойдем смотреть концерт. Хороший концерт.
Начало. Начало, хотя бы 15 минут, понятно, что мы не выдержим больше. Я королевский обладатель белой ноги, 99. Мистер Белая нога, жетомер, 91. Не знаю, я больше сахар люблю, чем Ваника. А здесь носят хот-доги, нет? Нет, не носят. И пиво не носят. То есть это не баскетбол? Не будем ругаться матом, но при этом будем им ругаться. Ну, то есть не используя мат. Дрей, заткнись, пожалуйста. Я прошу тебя. Ты посмотри на него. Куда он готов? Братишка, лайфхак, блядь, от пацанов. Колу пьем. Колу, блядь. Ногами. Ребята, нас называют мозги, все остальные лохи! И свинемся сегодня на полную катушку. Дядя, это разъем. Это был такой разъем. Ой, я волнуюсь, очень волнуюсь сейчас. Например, команда дала тебе деньги. Очень. Ой, я сердце все. Коть, ты волнуешься, Коть? Не волнуйся, пожалуйста. Ребята, вы просто за руки! Давайте, нет, просто за руки! Переживайте! Кто? Не ангел? Конечно! Від артистів, що наша мова – це музика. Тому дякуємо вам, що ви її підтримуєте. Дякуємо. Ваші випуски. Гурт року. Віле і стекло. Тим не менш, поруч тими завжди мозги. Ти за шляху йде, надіюсь? Як я спиною стояв. Хуй года присуждається Руслану Старожику! Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та! Та-ра-та-та-та-та!